У стенда «Икра и рыба камчатская» традиционно многолюдна. Эта продукция уже проверена сочинцами и пользуется огромным спросом. На этом стенде можно приобрести более 45 видов рыбы, добываемой на Камчатке. Это знаменитая чавыча, белорыбица, еще белуга, нерка, окунь, корюшка, омуль, палтус. Огромный выбор слабосоленой рыбы, холодного и горячего копчения. Но все же хит продаж – это чавыча, самый крупный тихоокеанский лосось. Самое лучшее. Очень вкусное и нежное мясо у нее, прям лосится жир. Это очень полезно. Омега-3, омега-6. Также белорыбица очень вкусная, она без костей, абсолютно не содержит костей. Поэтому у нас повторно все берут. То есть мы каждый год же приезжаем к вам, у нас постоянный покупатель. Вот смотрите, какая очередь у нас. О полезных свойствах царицы лососевых сочинцы наслышаны. Рыба – это не только вкусный, но и полезный продукт. Источник жирных кислот – омега-3. Они необходимы для сохранения острого зрения, правильной работы сердца. В рыбе и достаточное содержание белка, строительного материала, мышечной ткани. В продаже есть также икра чавыча, свежая, без добавок. И по ценам от производителя. Благодаря компании «Икра и рыба камчатская» горожане могут побаловать себя камчатскими деликатесами дважды в год. Нам очень нравится эта продукция, она всегда качественная, свежая. Ну и не так легко найти, в общем-то, такую точку в городе, чтобы именно от поставщика. Да уже года 4, как прихожу-хожу. Все начинается с селедки, а потом уже тут по ходу добавляется. Все вкусно, хорошее, всех приглашаю. Я очень люблю эту компанию и каждый год по 2 раза даже в год прихожу и покупаю именно в этой компании. Редко бывает такая возможность вкуснятины поесть. Здесь же все деликатесная группа, в Сочи-то не продается такого. Вот и приходим на ярмарку. Доставляют дары Камчатки в Сочи на самолете, в специально оборудованных рефрижераторах, без заморозки, с сохранением всех полезных свойств. Приобрести такую продукцию можно на стенде компании «Икра и рыба камчатская», который работает в рамках выставки-ярмарки «Православие» до 27 октября. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.